Курбан Бердеев – один из немногих специалистов, который смог найти подход к Барселоне. Казанский «Рубин» не знает поражения от одного из лучших клубов Европы в течение 2 лет. Однако, если российскому клубу вновь удастся удивить футбольную Европу и на Камп Ноу одолеть каталонцев, это не гарантирует бронзовому призеру отечественного первенства место в весеннем плей-офф. Нужно, чтобы очки потерял и Копенгаген. О мотивации и карикатурах испанских журналистов Бердеев рассказал в преддверии заключительной встречи группового этапа Лиги чемпионов на предматч пресс-конференции. Тренера выслушал Михаил Трофимов. Курбан Бердеев против испанских журналистов. Главный тренер казанского «Рубина» ответил на выпады акул пера, обвинивших наставника россиян в излишнем прагматизме. Накануне заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов группы D в каталонских газетах появились карикатуры с изображением кирпичной стены, которой Бердеев замуровал собственные ворота. Неудивительно, стиль игры казанцев в Барселоне считают антифутболом. Курбан Бекевич на остроты журналистов справедливо возразил. Мне просто хотелось бы, чтобы эти журналисты, которые это рисуют и пишут об этом, на месте тренера попытались бы играть с Барселоной в открытый футбол. Это я посмотрел бы, я думаю, что вместо футболистов там были бы мячи нарисованы, и очень много в воротах. Хосеп Гвардиола газеты читает. Возможно, даже некоторые картинки его развеселили. Но по поводу предстоящего поединка коуч особо не переживает, так как у Барса нет турнирной мотивации. Синегранатовые обеспечили себе выход из группы с первого места. Поэтому сегодня мы не увидим на Камп Ноу Хави, Педро Родригеса, Дани Алвеса, Давида Вилью и Сейду Кейта. Зато на поле будут творить одни из главных претендентов на приз лучшему игроку ФИФА по итогам года Месси и Иньеста. В каждом матче мы настраиваемся на победу, но нельзя сказать, что игра против Рубина станет особенной для нас. Мы серьезно готовились, но не стану скрывать, что если бы от предстоящей встречи зависела путевка в плей-офф, то поединок представлялся бы куда более важным. У «Рубина» есть вынужденная кадровая потеря. Курбан Бердеев заявил, что не сыграет с «Барселоной» главный созидатель команды бразилец Карлос Эдуардо. Это заметная потеря, но тренер казанцев и без того не ждет чудес. И в наиболее вероятное будущее смотрит с оптимизмом. Безусловно, если мы не выйдем из дальнейшего этапа, то это будет огорчительно. Но, тем не менее, будем стараться в Лиге Европы, если такое произойдет, достойно выглядеть. Напомним, что для продолжения борьбы в самом престижном турнире Старого Света «Рубину» необходимо повторить подвиг прошлогодней давности, а именно обыграть «Барсу» на Камп Ноу и надеяться на то, что в параллельном матче датский «Копенгаген» на своем поле не обыграет и греческий «Панатинаикос».